Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня мега-тест максимальной сборки. Ну, практически максимальной. Я сделаю не особо максимальной. Я сделаю вот такого вот ворожея. Поставим сюда мы девятую огненку. Она дает дополнительно 50%. Плюс Holy Conviction 55%. Плюс 70% от Sacred Light SO. Плюс мы поставим сюда питомца, ангела, который дает еще 80%. Ну, можно было и каменку поставить. Но делаем такой тест. Герой имеет иммунитет к молчанию. Соответственно, его землеройка блочить не будет. Поехали. Поехали сначала. Где там Машкинак? А вот. Поехали сначала сюда. Смотрите, у нас смотрителя нет. Я вам выкину там, не знаю. Пренка тоже 10-е СО. Вот видите, урон 160к. А теперь смотрите внимательно сюда. Помимо того, что здесь урон, ну понятно, тут сборка еще плюс огненка, но Фрэнк понижает вроде как бы, но он не включился. Смотрите внимательно на этого ворожея. Здесь у нас только наролено 7 уклонов. У нас есть максимальная комплектация дефа. И у нас есть ангел. Все, у нас нету Blade Dance, там, например, там еще каких-то уклонений. Вот себя нормально, я вам скажу, так чувствует. То есть, по сути, вот он включился, ему хватает одного раза включиться, и все. А против нас 30-й огник, землеройка 30-я, фоба с воодушевлением, зефир с воодушевлением, ворожей, фрэнк, то есть максимальный домашний состав на битву гильдий. Дефный с воодушевлениями, и они ничего не могут сделать этому герою. Ну вот как-то так. Что вам на это сказать? Вот сами посмотрите. Это максимальный деф героя. То есть, соответственно, если у вас на аккаунте не будет кого-то с хорошей точностью, то есть какого-то героя, который будет иметь обалденную точность, ваш деф будут проходить. То же самое будет на PvP локациях. Даже я думаю, если они 5 будут бить, и мы поставим сюда Blade Dance вместо Огненки, они будут, по сути, сливаться. Ну, они его не убьют, не будут они сливаться, но они не убьют. Смотрите, вот Зефир как хорошо получает обраточку. Просто чудесно. Ну, видно, да, вот видно, как вот, кстати, по обратке Зефира, посмотрите, 36, 36... Он должен получать с каждого стычка, ну то есть с каждого удара своего скилла. Но вот видно по циферкам красным, как он попадает. То есть у него не хватает реально. Вот посмотрите на Фрэнка то же самое. А посмотрите, сколько ударов получает. Я вам просто выкину тут рядом своего зефира. Посмотрите на моего зефира. У него нету такого уклонения. Ну, есть, в принципе, уклон. Но посмотрите, как по нем часто попадают. А здесь просто дупомисы и плюс офигенный деф, и, соответственно, такие вот дела, ребятушки. То есть это максимальные комплектации. Герой, его реально сложно убить. Поехали поищем топов. Может, на ком-то найдем точность хорошую. Тут у нас ничего нет. Хотелось бы кого-то встретить с хорошенькими тоже героями. Так, что у нас тут? Вот есть Зефир. Давайте попробуем через Зефира зайти. Может, он хоть сможет. Так, недомогание, мисс, 80 тысяч. Пошел отхил от ангела. Но здесь нету воодушевления. Ну, Зефир, по сути, Зефир ничего тоже не сделает. То есть у нас сейчас в данной комплектации нету отхила от мисса. То есть у меня не стоит Blade Dance. То есть его нет. У нас просто максимальный деф. И он хилится от питомца и хилится от своего скилла. Все. И его все равно слить не могут. Просто жесть, ребят.
Я не знаю, это просто аут какой-то. Это максимальная комплектация ворожей. Давайте еще кого-то поищем. Вот Фрэнк 30 есть. Зефир. Может здесь... Вот здесь, наконец-то, наконец. Это при том, что у нас, может, мы сейчас... Пофиг. Просто пофиг. Это без Блейдэнса. Он себя все равно там прохиливает. Смотрите, что он делает. Просто бешеный. Зефир, блин, который реально... Что тут еще есть, кстати? Огник. Ну, тут все, больше таких автопрокеров нет. Блин, надо было через Фрейю напасть. Ну вот они его пробуют убить, а будет на нем стоять вместо огненки Блейдэнс. Ну, просто жесть. Кайф. То есть теперь, если точности на героях реально нет, вот, наконец-то, почти минуту они били его, чтобы слить вдвоем. Так. Ну-ка я попробую, если мы успеем, конечно же. Поставлю вот такой вот вариант и опять же нападу на них. Отлично. Сейчас проверим. Теперь у нас есть Blade Dance. О, смотрите как. Просто залетело сразу же причем. Странно как-то. Вот очень странно, я не понимаю. Вроде должно быть немножко больше уклона и должен срабатывать отхил получше. Я не вижу там недомогания, но посмотрите. С огненкой он реально намного круче был. Ну давайте попробуем, если успеем, еще раз поменяем. Что за фигня? Вот реально, недомогания я не вижу. Я уже не говорю о том, что можно поставить просто выживание. Так. Блин, ну огненка намного лучше стоит. Странно как-то. Ну ладно. То есть, такая сборка, блин, ну я не знаю. Его реально слить очень сложно. Давайте попробуем просто напасть где-то не так, чтобы нас блокировали. Чтобы, ну, он не был основной целью. Попробуем напасть через Фрейю. Может у Фрейи там точности хватает. Ну когда у него вот свой отхил, сейчас посмотрим. Посмотрите, Фрэнк по нему, по сути, Фрэнк его даже не станет. Просто жесть. Но Зефир, кстати, здесь больше точности имеет. Видно сразу, что у Зефира точность есть, и он попадает. Я не вижу недомогания, ну... По сути, это он на своем отхиле сейчас. Слили. Ну, то есть минуту он держится. Теперь поехали такую сборку тестанем на подземках. Вот такая же сборка, то есть от хила у нас только свой скилл и все. На подземку. На восьмую кошмарку. Кошмарка 8-1. Самая злобная кошмарка в мире. Летит к нам орда. Что мы имеем? При таком уклонении в 10 там К... ну, по нем даже не попадают, по сути. Все просто агрятся на его
Мало того, что я не знаю, может попадут хоть раз. Они просто не могут его в него попасть. Короче, жесть, ребят. Это полный трэш. Он ему прилетает, по-моему, 26, 56к, 52к. Кто-то по нем попадает. 23к, 32. Это просто пипец. Реально, это просто капец полный. Это сборка не на уклон. Смотрите, как все заряжены вроде, да? Кидаем где-то ворожея тут себе. О, ничего себе, наконец-то слили. Все-таки один раз попали. Жесть. А теперь пробуем максимальный уклон сделать. Ну, не максимальный, а СО плюс... Ну, скажем так, ПВПшный вариант более... Вот такой. Не знаю, успеем мы, не успеем напасть на него. Отлично. Смотрим. Смотрим вариант отсюда. Мы прибавили отхил. Мы прибавили уклонение. За счет этого, за счет питомца. Что мы в итоге имеем? Все равно его сливают. Как видите, по идее, он должен был намного круче себя показывать, потому что добавили и 8%, и добавили еще дополнительно топовый отхил. Но на практике получили больше входящего урона, и вот смотритель просто его сливает. Поэтому тут спорный вопрос, есть ли смысл на него при таком уклонении ставить Blade Dance. Понятно, там шанс отхила увеличен, то есть, но, как видите, когда герой с точностью, вот, например, Фрейя сейчас попадает, причем попадает нормально. А деф у нас уменьшенный, с огненкой она так не сносила нас. Давайте еще разок сделаем тестик. Поставим сюда. А давайте поставим сюда. Не, каменку. Попробуем вот такой вот вариант. Вот такой вариант. Ну, то же самое, как видите, пробивают, в принципе, что так, что так. То есть, что есть уклонение, что его нету, непонятно, не могу понять. Я не могу до сих пор даже разобраться насчет урона на Бугимене, каким образом такая вариация разброса. Но это IGG, и спасибо за таких героев. В общем, такой вот, ребятушки, у нас сегодня трэш. Я вам показал на максималке его, что он действительно хорош. СО, конечно, его улучшает, но если есть точность, по нем все равно будут попадать. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, пишите, кого вы хотите следующим увидеть на максималке. Всем удачи, всем пока.